вами выступать Людмила Кубалова. Это поэт-философ. У нее экзистенциальные такие стихи. И творчество очень интересное. Встречайте. Добрый день, всем прекрасного настроения. Наконец-то хорошая погода, дожди закончились и очень тепло. Прочитаю вам стихотворение, написала его в апреле, потому что очень ждала лета. Назвала его «До сожаления». Лето начну в апреле, заметнее день прибавится, вот-вот прилетят карастели, оставив зимовку в Плавице, поселится в нашем Коломенском. Как с ними не познакомиться? Лето на удочку клюнет, со мною побудь, красавица. Незачем ждать до июня, ты в апреле мне нравишься. Натиском обольщения к ним разве останешься кротким? Позже камил сожаления, влюбленность такая короткая. Лето начну в апреле, до сожаления, до отчуждения на уровне психогенного настроя осеннего, канцерогенного. Так что в нашем климате мы летом начинаем, как только прибавился день, можно даже в марте. Следующее стихотворение была поездка в Тарусу в этом году. Я написала стихотворение. Ну, там похоронена дочь Марины Цветаевой, там хороший музей деда Марины Цветаевой, там музей Паустовского, там его уникальные вещи остались, все сохранилось, очень и приятный городок. Над лавками Тарусы небо не линяет, оки реки влияние. Дворняга сонная не лается ей, не кусается, посчитана администрацией. В тени кладбищенских деревьев свист, взмах руки и возглас «Нашли!» Крест, мох на камне и буквы золотые на другом, а третий камень далеко, Белабуги. И снова не было с собой цветов, имелось при себе вино стихов, и незабудки под ногами вечерело. На лавке мы задумчиво сидели среди почетных тихих граждан городка. Мальчишки с берега Ры ловили зеленый воздух. Купить, как по-устовски, себе здесь домик еще не поздно. И теперь песня «Люблю», а слова Шекспира, а музыка Микаэла Таривердилы из кинофильма «Адам женится на Еве». Обычный стал теряет, обаяние.
как-то его мало показывают. Я недавно его пересмотрела. Там Михаил Таривердиев поет большое количество сонетов Шекспира. И еще песня Миши, которую все знают.